Здравствуйте! В сегодняшнем уроке я покажу, как нужно поставить баннер на свой блог. Так, вот, значит, 100 курсов открываем. Открываем блоги, управление блогами. И вот здесь на своем блоге нажимаем с правой стороны в меню слово «Редактировать». Нажимаем. Идем вниз. Вот здесь у нас есть «Редактировать шапку», «Редактировать дизайн блога», «Добавить форму подписки» и вот «Добавить баннер». Нажимаем «Добавить баннер». Вот у нас здесь, ну, у меня уже добавлены баннеры. Значит, «Загрузить картинку». Мы, значит, идем на Яндекс, делаем запрос картинки, да, картинки, ну, я взяла «Бизнес-продвижение». Вот здесь такие картинки, просматривайте, какие вам нужны. Можно сделать анимацию, то есть анимированные картинки поставить, как вам хочется, как вы хотите, чтобы выглядел ваш блог. Ну, например, я вот выбрала вот такую картинку. Сохраняю это изображение. Так, сохранить изображение. Сохраняем. Сохранили. Идем дальше. Идем опять на свой блог. Так, я спускаюсь ниже, ну, например, добавить еще один баннер. Так, загружаю картиночку. Так, загружаю картинку. Минуточку, где она у меня? Вот эту картинку, например, вот я загрузила. Так, картиночка у меня встала. А вот сюда ниже я, значит, ставлю ссылку на тот, значит, проект или компанию, или на свою подписную страницу, или на свой сайт. Вот на что хотите, вот сюда вставляете ссылку. Вставляем ссылку, добавить еще один баннер и нажимаем ниже «Сохранить». «Сохранить». И вот эта картиночка сохраняется. Ну, я вам сейчас все-таки покажу. Например, ну, давайте я так сделаю, например, на свой YouTube канал. На свой YouTube канал. Надо было, конечно, картиночку другую. Ну, ладно. Это я примерно вам показываю. Значит, я делаю ссылочку. Делаю ссылочку. Значит, перехожу на 100 курсов. Вот сюда ставим ссылку. Поставила я ссылку, теперь нажимаю я «Сохранить», «Сохранить». Дальше идем на блог, мои блоги. Заходим на блог и смотрим. Так, это у меня. Вот баннер стоит. Нажимаю на этот баннер и перехожу на YouTube канал. Видите? Так, медленно. Вот мой YouTube канал. Вот теперь, значит, я снова захожу, мне это пока не надо. Захожу я на 100 курсов, захожу редактировать. Если вам, например, баннер не понравился, так, добавить баннер, не понравился, вы решили другую картинку, вы легко можете этот баннер удалить. Все, вы удалили. И вот эту ссылочку тоже удаляем. И сохраняем. Переходим на свой блог. Мои блоги. Переходим на блог. Смотрим. И у нас этого баннера уже нет. Вот так легко можно добавить и убрать баннер. Можете вот поставить анимированные баннеры. Ну, какие вам нравятся. Всего вам доброго. Я думаю, был вам полезен этот урок. Если был полезен, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч.